Вот они же сказал Гончарук, что они ничего не понимают в экономике, они профаны, да? Ну, наверное, профанам нужно так платить по их вот логике. Я хочу одразу перейти до пана Гончарука. От я, відверто, не до кінця зрозумів, що відбулося. Я маю на увазі зустріч пана Гончарука і пана президента, коли ми всі знаємо, що тоді відбувалося. Думаю, якщо хтось ще не чув цю розмову в Кабінеті міністрів, то послухайте. От, і після цього всього все рівно пан президент каже, залишайся, ми тобі даємо останній шанс. Це пов'язано з чим? Що людина, в принципі, каже щось неприємне про президента, ну він такий класний фахівець, мабуть, да? Що просто немає іншої людини в країні, на яку можна замінити. Я думаю, здесь два моменти. Перший момент – це те, що наше правительство навязано нам ізвні. Абсолютно. Такие, да, то есть соросята, да, но не зря же к ним приклеилась это эпитет прекрасный. То есть конкретно мы наблюдаем такую интервенцию. Какие же украинские, украинцы, которые разумные, и они завжди найдут какую-то такую, такое гарное слово могут подобрать, вот, какое лаконично. И были парохоботы, стали соросята, да. Поэтому без согласования с внешними партнерами, скажем так, да, это правительство выгнать оказалось, видимо, для президента невозможным. Ну и второй момент чисто политический, уже внутриполитический, что, да, понятно, парламент большинством проголосует отправить в отставку, но вопрос в другом. Новое правительство смогут не назначить, то есть за новое могут не найти голоса. А тогда, если нового Кабмин не образуется, ну, парламент оказывается под ударом, потому что его можно распустить. И это означает, что пан Гончарук может сказать будь что, даже в прямом эфире. Да, к сожалению, да. Потому что депутаты это прекрасно понимают, они боятся потерять свой мандат. Они, понятно, что... Ну, еще не отпрацювали все, да. Конечно, да, президент тоже понимает, что большинство он может уже не собрать потом на следующих выборах. То есть масса таких вот внутриполитических моментов, плюс как бы мнение извне, да, которое тоже навязывается. И, ну, не зря же таких некомпетентных людей собрали в этом правительстве. Ну, може, вони подумали так, що були дуже компетентні люди, не працювало, то значить треба зробити навпаки. От, і, ну, ладно, ситуація довела нам, що це теж не працює.